Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами, как всегда, Пип, и сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется «Пуши и пули in the Blockland», что переводится «Пуши и пули в мире блоков», либо «В стране блоков». Давайте начнем, посмотрим, что игра из себя представляет. Кстати, тут можно играть в одиночку, либо вдвоем. Итак, мы летим на каком-то космическом корабле куда-то, это у нас «Пуши и пули», видимо, две девочки. Так, кто-то по нам, видимо, стреляет. Или это как... А, смотрите, с острова какая-то коробка прилетает прямо в наш космический корабль, и он разбивается, а мы падаем на какой-то неизвестный остров. У нас отваливается двигатель, и жаба какая-то его утаскивает. Итак, что у нас тут? То есть это наподобие Бомбермена. Игра очень... простая, да, смотрите, нам нужно просто этих лягушек долбить вот так блоками. Все, уровень завершен, мы получили 3 звезды. Так, ну давайте пробовать дальше. Так, эту жабу убили, эту убили. Так, ну тут вообще все, по-моему, максимально просто. Мы... бах. Так. Ага, а вот тут не все так просто, как хотелось бы. То есть нам надо вот сюда добежать, успеть и бахнуть. Все, уровень завершен, тоже 3 звезды. Все очень просто. Так, дальше. Оу, а тут уже смотрите. А тут все. А тут все не так вот просто. Так, они теперь тут еще гуляют, как хотят, да? А чё вы тут разгулялись-то? Давай-ка вверх иди. Так, или сначала тебя замочить. Как вы тут ходите, нелогично. Время-то идет. Задолбал ты, короче, на. Тебе вот так очень долго ждать, пока вы пройдете. Ну-ка, давай назад. Опачки. Теперь сюда. Теперь сюда. И тебя тоже надо замочить. Только не говорите, что у нас 2 звезды. Нет, у нас 3 звезды, мы молодцы. Достаточно прикольная такая бодренькая аркада. Похожая на Бомбермена. Так, двоих, троих комбо. У нас прям сейчас было крутое комбо. Так. Так, лови. Ты тоже лови. Так, и ты лови, и двоих сейчас бахнем. Нет, двоих не бахнем. Ой, 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 бежим. Так, а как бы тебя поймать, говнюк ты такой, ходишь тут. На. Все, 3 звезды у нас тоже получено. Опа, осьминоги. Серьезно? А, вот так вот вас надо мочить, да? О, а вот это интересно уже. Вот это становится действительно интересно. Тут уже опасненько. Тут мы просто так двигаться уже не можем. Надо. Тут надо уже думать. Как пробираться? Вот так вот, да? Допустим. И что нам это дало? Ни хрена нам это не дало. Так. А, троих бахнем, бахнем. Да, троих бахнули. Так, этот уничтожаем, этот двигаем и прям троих. Комбо. Супер, 3 звезды. Уровень зачищен. Так, опять у нас сложное. Так, этот... ушел, этот тоже ушел. Блин, а как с тобой быть? Допустим, вот так. Так, иди отсюда, комбо из троих. Все, так, с этим тоже справились. И все, этот уровень прям вообще еще легче. Мы пока справляемся очень быстро. Так, у нас еще 2 жизни есть, да? Так, а чё вы?
Ой, вот эта вот штука мне не нравится. Нифига себе, они тут мочат. Так, вот тут с этими надо уже колесиками поаккуратнее быть. Потому что они тут уже начинают хулиганить. Ай, ты, блин, промахнулся. Ладно. Так, жаба. Так, осталось тебя, да? Ну все, давай, 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 шустрее. Ой, ты говнюк, ты, блин, еще теперь там ходить будешь, да? На тебе. Ах, блин, смотрите, две звезды вместо трех. Ну и ладно. Главное, мы уровень прошли. Тут, блин, на самом деле-то... Ой! Вот тут уровни-то на самом деле не такие уж простые уже начинаются. То есть тут, блин, не все так просто. Как тут быть-то с вами? Опа. Блин, они меня зажали. Серьезно? Continuous, конечно. А, зашибись то, что тут есть континиусы. Ай, блин, зажало. Жаба. Тут, короче, жестко становится у нас уже, да? Ладно. Мы делаем вот так. И проходим сюда. Да блин, да вы серьезно, со всех сторон, что ли, меня решили зажать? Вниз, что ли, двигаться начать? Ай, блин, тут еще вообще в другую сторону они поехали. Оп, оп. Да серьезно, что ли, блин, я же там в тупике был, вы что, издеваетесь? Ладно, я сейчас вас буду по-другому мочить. Так. Раз, не получилось. Так, один колесик я замочил. Второй колесик замочил. Как... Теперь надо как-то вот эту жабу замочить. Да вот засранец, он взял и ушел. Ты серьезно, что ли? Ладно, мы тебя замочим. Блин, у нас 30 секунд осталось. Так, двоих. Ай. Давай быстрее, шустрее. Блин. И как тебя? Так, ну, ну. Так, а тебя-то как, во? Нет, да епический случай. 3 секунды. А это... И? Чё за фигня? И как мне от тебя избавиться? Серьезно? Блин, от нее реально убежать? Нет, нереально. Блин, ну давайте думать, давайте пробовать как-то быстрее, что ли. Блин, нифига не получается быстрее. Нифига не получается у нас быстрее. Ай ты, блин. Так, пробуем еще последний раз. Что-то меня начинает напрягать эта игра немного. Ай ты, блин, одного убиваю, второй меня сразу начинает давить. Вот эти колеса прям... Не в тему. Колесики не в тему. Так, эту жабу убили. Так. Ай. Так, тебя убили. Тебя нахрен убили. Тебя убили. Так, теперь думаем над другими.
Так. Ай ты, блин. Че, не попали ни по кому? Двоих. Супер. Так, осталась одна жаба. Все. Супер, мы этот уровень прошли. Пускай не на 3 звезды. Но более-менее. Ой, это, блин, тут еще лучше. А, как быть-то тут? Так. А тут непонятно. Так, ты тут дохнешь, да? Так. Теперь мы тебя убиваем. Теперь вот этот вот сюда. Тебя убиваем. Так, алмаз, да? Так. Бомба. Супер. Так. Все, супер. На 3 звезды прошли. И... Ой, ё-моё, ой, ё-моё. Вот это жесть. Так, так. Так, тебе тоже нафиг. Тут, короче, очень много. Очень много врагов. Так, тебе нафиг. Нафиг. Нафиг двоих. Так. Ай ты, блин. Вот я лоханулся. Ты так хорошо начал. И... Да иди ты отсюда. Ты иди отсюда. Ты иди отсюда. Ты иди отсюда. Оба идите. Ты иди. Ты иди отсюда. Ты иди отсюда. Так. Вот эта жаба тоже. Ай, ты... Да откуда он что? Ладно, на этом мы завершим обзор игры. Достаточно прикольная аркада, в которую можно позалипать в одиночку, либо с друзьями. Думаю, многим она понравится. А если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии, будет интересно послушать ваше мнение. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока.